Вот такой вопрос. Каким региональным проблемам вы планируете уделить особое внимание? По большому счету для всех регионов страны проблемы являются схожими. Это дороги, благоустройство дворовых территорий, капитальный ремонт многоквартирных домов, ветхое аварийное жилье, коммунальные сети, строительство социальных объектов. Это именно те проблемы, с которыми жители Саратовской области обращаются в приемный президент Российской Федерации в Саратовской области. Кроме того, после прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным у нас на особом контроле находится вопрос лекарственного обеспечения граждан. Спасибо. Спасибо.